Здравствуйте, дорогие друзья. На меня с вопросительным таким взглядом, очень дружелюбным, смотрели как российские коллеги, так и многоуважаемые китайские товарищи. Вы знаете, я некоторое время назад тоже задавался этим вопросом, кто я. Я думаю, что каждый человек в этой жизни хоть раз задавался вопросом, кто я. 我不长时间以前我也问过自己这个问题，我到底是谁呢？是哪一个民族？ Включите следующий слайд, пожалуйста. 能不能下一个？下一张。 И несколько лет назад я решил восстановить генеалогию своего древа и сдал генетический тест. Первое, что меня просто убило наповал, на следующий день пришел результат, что я на 50% мордвин. Вы знаете, я жил с этой мыслью 3 дня. Мне было крайне непривычно осознавать, что я на 50% мордвин, когда я был уверен, что моя мама русская. 问完这个问题呢，所以我就去做化验了，就是通过我的血液来决定我是欧洲人的血统比较多一些啊，还是比如说亚洲的血统比较多一些呢？ Мордвин, да? Мордвин, да. Мордвин。然后呢，做了化验，第二天来的是什么？是猫耳朵瓦人，有50%的血统。 Просто я уверен, что скорее всего, у меня предки по линии отца, скорее. Просто Корея. Следующий слайд, пожалуйста. А здесь вы можете увидеть, различить, правда, сложно, что все-таки пришла ошибка. Мне потом написали с администрации сайта, что это ошибка. Оказалось, что у меня по линии отца есть как корейские гены, так и гены китайские. То есть вот синенькие слева – это хань, а зеленые – это Корея. Фиолетовые – это Япония, синие – это все Россия, и там, соответственно, Беларусь и прочие славянские народы. Красное – это народ Тай. Это очень-очень древний народ Таиланда. Знаете, друзья, почему я... Почему так я начал со своих корней? Дело в том, что мой дедушка занимался иглоукалом. Да. Не по линии мордвинов. Это был 1910 год. Для себя я это четко осознаю, что это не так доступно, как сейчас, когда можно просто приехать в Москву и быстро поучиться иглоукалу. Это то, что передавалось из поколения в поколение. Потом в России уже появился мой отец в 1923 году, и когда я родился, ему было 65 лет. Он сказал, что мой отец 65 лет.
Он лечил людей, он большей частью лечил животных вообще на самом деле. И так это... что вот, а папа же шоуи, а чудо-кондода же тому. Знания восточной медицины помогли ему стать председателем совхоза. В советское время это была престижная должность. Когда он был в студии, и сейчас я продолжаю дело своих предков. Использую те знания и таланты, которые мне передали по линии отца и матери. И стараюсь приумножать их своим опытом. Включите, пожалуйста, следующий слайд. Здесь вы можете увидеть то количество клиентов, которые у меня было, или пациентов. Это более скромные цифры по сравнению с моими старшими китайскими коллегами. Это результат за несколько сеансов, за 2 или 3 сеанса. А можете? Я помогла 8400 проблема Здесь, если присмотреться, можно увидеть результат ТО. Это у пациентки гипотиреоз, показатели щитовидной железы 0. И следующий показатель это ТГ как раз 1,84. Это тоже результат акупунктуры. Один сеанс. Следующий слайд, пожалуйста. Это результат лечения кисты в гайморовой пазухе. Результат за 2 сеанса. Можно следующий слайд? А здесь был очень интересный случай. Клиентка была в приличном возрасте. Она пришла с болью в коленях и желудке. За несколько месяцев у нее прошли колени, прошел желудок. За несколько месяцев это сколько? Давайте 2 месяца, я не помню часа. Но она ходила каждый день или? Нет, раз в месяц. Раз в месяц? И за 2 месяца она вылечилась, правильно понимаю? Что делать? И потом она прислала заключение после осмотра гинеколога. Она была очень напугана, потому что у нее снова пошли месячные. Я, если честно, тоже напугался, потому что там еще был большой страшный список того, ну, что страшного может быть от того, что месячные пошли в таком возрасте. 完了，对我来说呢，就是我也被吓到了，就是在这个年龄，啊，сколько，если приличный возраст，60？Примерно，да。大概60岁这个女的，就是说在这个期间再来月经会。Я отправляю эту переписку своей знакомой, она моя пациентка, это гинеколог, и так говорит, ничего страшного, просто обратите внимание, что там была миома, и она прошла. 然后呢，我的另一个病人，他是妇科大夫，我就把这个鉴定结果发给了这个大夫。他看了以后，他说：“啊，没关系的，这个他这个月经是因为这个囊肿，但这个囊肿没了。”Если вы хотите, я сейчас раскрою вам секрет своих результатов. 如果你们想的话，我可以把这个秘密，就是说讲给你们我的治疗的这些。
Просто поднимите руку и скажите «Yes!» Все, мы сразу охватываем, да? Учимся на ходу. Сейчас мы поиграем вместе в одну игру, и вы поймете, в чем секрет этих результатов. Я буду просить вас поаплодировать. Поаплодируйте, пожалуйста, кто как хочет. А теперь поаплодируйте, пожалуйста, так, будто каждый из вас председатель. А теперь поаплодируйте так, будто вы очень-очень сильно стесняетесь. Суть в том, что сейчас мы делали одно и то же движение. Мы соединяли одну ладонь с другой ладонью. Так, но было разное отношение к процессу. Отношение к процессу. Я сейчас смотрю на каждого из вас с любовью. Можно поставить иголку вот так. Можно поставить иголку вот так. Можно поставить иголку с намерением, чтобы пациент был здоров. 而且呢，我扎的时候，我可以说，就是感觉我想让他健康，我再扎，就是说有目的性的去扎。 Я хочу сейчас продемонстрировать несколько своих навыков альтернативной диагностики в восточной медицине. 我现在想展示一下，就是说，东方医学的另一种鉴定方法。 Надеюсь, они будут полезны нашим китайским коллегам. 我希望就是对咱们中国的这些专业人员也会感兴趣的。 Вы гораздо старше меня, для меня это 你们比我岁数要大。 Очень большая ответственность и очень волнительно. 我很紧张现在。 Человек, у которого шрам большой, выходите. И еще понадобится тот, у кого, допустим, была травма плеча или руки, ноги. Какая-то серьезная травма. Подготовьтесь, будьте наготове. Хорошо? Выходите, пожалуйста, к нам. Это шрам. Хорошо. Повернитесь, пожалуйста, к себе. Важно не только, что с нами произошло в жизни, но и то, как мы это пережили. 重要的问题呢，就是说发生了事情，对吧？我们怎么把它过去，这种感受。 Итак, как вас зовут? Елена, очень приятно. Сейчас я вас буду толкать, вам нужно стоять крепко, как скала. 你看，我现在要推他，但是他呢，需要站在原地不动。Итак, Елена, я вас толкаю. 我推他。Толкаю сюда. 往这边推，往另一边推。Стойте крепче. 你再让他再站到哪边？Хорошо, не может стоять. Кладем руку на мочевой пузырь. 把这个手放到这个膀胱。 Толкаю. 我再推. Она стоит крепко. 她站得比较稳一些. Я уже своими методиками нашел точку, которая будет ее лечить. 我找着了我, вот здесь точка на канале мочевого пузыря. 有一个, 穴位. 膀胱, 膀胱经.
теперь я ее толкаю. Конечно, конечно. А теперь маленькая хитрость. На самом деле, возможно, она волновалась, возможно, что-то еще произошло, но она изначально была не в ресурсе, поэтому мы сейчас просто ввели ее в ресурс. А теперь меня, как доктора, интересует ее шрам. Шрам — это не только ограничение мышц, шрам — это еще и телесная память о травме, постоянное напоминание. Елена, я смотрю на ваш шрам. Дайте, пожалуйста, свое внимание тоже в этот шрам. Я вас толкаю. Она абсолютно не может стоять. Я смотрю на ваш шрам. Вы подаете свое внимание в этот шрам. Я вас толкаю. Я вас толкаю. Внимание, шрам. Я смотрю на ваш шрам. Так получше. Это меридиан желудка. Вот пункт на меридиане желудка. Я смотрю на ваш шрам, вы смотрите на свой шрам, я вас толкаю. Чуть-чуть получше, чего-то еще не хватает. Воспользуюсь остеопатической техникой, с вашего позволения. Я могу, скажите фразу. Хорошо. Я вас толкаю. Хорошо. Вот если бы я могла ее включить, то сейчас не стоять на ней еще. А вот это мне вообще все равно. А это уже на сеанс приходите. У нас время ограничено. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо, еще один пример. В более ускоренном варианте покажу. У девушки была операция на колено. Правое колено 1.5 года болит, правильно? Операция была 1.5 года назад. Я сейчас вас буду толкать. Стойте крепко, пожалуйста. Стойте крепче, как скала. Хорошо. Направьте внимание в свое правое колено. Стойте крепко, как скала. Стойте крепко. Максимально крепко. Сопротивляйте внимание в правое колено. У вас немного опущена левая почка. Попробуем проработать через точку байхуэй. Я погружусь до почки. И вы произнесите вербальную формулу «Я знаю».
Okay. Скажите, пожалуйста. Hey. Я знаю. Хорошо, спасибо. Внимание направьте в колено. Стойте крепко. Я вас толкаю. Я толкаю максимально сильно. Хорошо. Попробуйте подвигать сейчас ногой. Как в ощущениях ваша правая нога? Не болит сейчас колено. Хорошо. Все спасибо. Благодарю вас за внимание, уважаемые старшие коллеги из Китая. Благодарю вас за внимание, уважаемые соотечественники. Да, мой отец, он родом из Кореи, имеет и китайские корни, но в 1941 году он также участвовал в Великой Отечественной войне. Потому что Россия, а тогда Советский Союз, это была его родина. 我的父亲呢，就是虽然也是从韩国过来的，但是呢，他居住在苏联，在1941年，他也参加了这个卫国战争。Я имею корейские корни, русские, китайские, но Россия моя родина. 我有中国的根，韩国的根，俄罗斯的根，但是俄罗斯是我的祖国。 Мне особо тепло видеть здесь уважаемых китайских коллег. Большая честь рядом с вами выступать на одной сцене. Спасибо вам за то, что вы приехали. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо за внимание. Я обязательно расскажу более подробно тому, кто подойдет лично пообщаться. Но это что было? Вообще? Двумя словами, там, двумя предложениями. Для себя я считаю так. 对我来说呢，就是我用我自己的话说，我刚才做的事情是什么？ Реальность у каждого своя. 因为每一个人都有他自己的一个环境，对吧？他看到的这个。 И когда мы воздействуем на точку? 我们在这个。 Мы меняем реальность человека. Это может быть иголка, может быть рука. Все зависит и от реальности пациента, и от нашей личной реальности. 对这件事情的态度吧。